школе номер 28 состоялся открытый урок по местному самоуправлению. Провел его Владимир Ужицкий. Он рассказал об основах устройства муниципалитета и ответил на вопросы школьников. Подробнее в нашем сюжете. Есть представление, что такое местное самоуправление? Потому что слово само по себе самоуправление, это под собой подразумевает, что люди, проживающие на территории, сами управляют. Сегодня у старшеклассников необычный урок. В качестве преподавателя выступает глава округа Владимир Ружицкий. Это отличная возможность для молодого поколения узнать из первых уст все об устройстве и развитии муниципалитета. Московская область и многие другие пошли по принципу, районы трансформировались в городские округа. И вот у нас в городском округе 5, по сути, есть поселений. Это кроме Люберцы, нас еще знаете, Малаховка, Томилино, Красково, Октябрьск. В обязанности местной власти входят организация строительства жилья и социальных объектов, больниц, школ, детских садов, ремонт и проложение дорог, благоустройство дворов, парков и многое другое. Глава, он распоряжается, выполняет те решения, которые принял Совет депутатов. Поэтому если есть какие-то суммы денег на школы, на улицы, на снег, на траву косить, на дороги делать, ямы заделывать, вот глава в этом диапазоне работает. Половину урока Владимир Ружицкий посвятил ответам на вопросы учеников. Старшеклассников интересовали все подробности деятельности главы, начиная с завтрака и заканчивая перспективами развития округа. Парк, школа, ДК, стадион, ФО, храм. То есть вот это появится такой центр города, и у нас это все как бы в предпроектных решениях проработано. Как вы думаете, при устройстве на работу что важнее? Опыт работы или качество образования? Образование нужно для развития, саморазвития, где-то самоутверждение, и оно вам поможет эту профессию освоить, там опыт на работу. Глава подчеркнул важность интеллектуального развития молодого поколения. От них зависит будущее. Некоторые из ребят задумались всерьез заняться политической карьерой. Я уже с 9 класса участвую в молодежном парламенте. Я представитель депутата молодежного парламента. Мне понравилось, что Владимир Петрович, как и все мы, как и обычные люди, относятся ко всему. То есть нет какого-то взгляда сверху. То есть я в нем увидела такую честность, искренность. Мне очень понравилось, было очень приятно пообщаться с таким умным, опытным человеком. Меня удивило то, что будут заниматься люберцами один. Это очень приятно. Я очень часто там бываю. Мне бы было приятно, если бы его как-то реконструировали. На встрече присутствовало более 50 старшеклассников. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.